Я большой сторонник трансцендентальной медитации. Я использую ее уже почти 40 лет. Думаю, это замечательная методика для каждого человека, в том числе как средство от стресса. Почти любая работа сопровождается стрессом, конечно. Но особенно это актуально в отношении стресса, который приходится испытывать нашим мужчинам и женщинам в вооруженных силах. Все эти переживания в связи с боевыми действиями и возвращением домой, и стрессовые синдромы различного типа. Это замечательная методика. Думаю, проведено достаточно исследований, показывающих, что трансцендентальная медитация, или ТМ, как все мы ее называем, может принести пользу каждому. И я поздравляю всех присутствующих здесь сегодня. Еще раз прошу прощения, что я не с вами. Мое почтение полковнику Йеллену, полковнику Брайану Ризу, мастер-сержанту Эду Шломану и всем, кто собрался сегодня, чтобы поддержать эту организацию. Думаю, вы обнаружите, что это прекрасная система для использования в жизни в целом. А иначе, почему бы я занимался этим все эти годы? Почти половину своей жизни, как я только что посчитал. Так что хорошего вечера, жаль, что я не с вами, до свидания.